К нам присоединяется исследователь затонувших кораблей Константин Богданов. Константин, рада вас приветствовать. Добрый день. Вы очень много занимаетесь вот этим исследованием затонувших кораблей, подлодок, еще которые затонули со времен Советского Союза, со времен Второй мировой войны. Скажите, пожалуйста, вот одно дело, когда к затонувшим кораблям погружаются ученые, профессиональные дайверы, там, как вы, да, другое дело, когда неподготовленные люди, и все это превращается, ну, в такой пошловатый туризм. Вот вы это как воспринимаете? Или все-таки должно быть у всех, ну, должна быть возможность посмотреть, увидеть эти уникальные корабли? Ну, давайте разберемся. Значит, во-первых, я не имею отношения к вот такого рода глубоким исследованиям и к батискафам, поэтому ничего, почти ничего не могу вам про них сказать. Значит, то, чем мы занимаемся, это действительно поиск подводных лодок, кораблей времен Великой Отечественной войны. И надо сказать, что за прошедшие 10 лет в Финском заливе, ну, по крайней мере, в русской части Финского залива, благодаря работе нашей команды, это вот то, что до острова Гогланд, до границы с Финляндией и Эстонией, не осталось советских подводников, пропавших без вести. И я считаю, что этим мы можем гордиться. И действительно, профессиональный уровень команды достаточно высокий. Но, тем не менее, какой-то вот любительский, ну, даже не любительский, а, в общем, такой подводный туризм, он развивает. И это хорошо. Это хорошо, поскольку у нас есть проекты, в которых любой человек, который умеет погружаться под воду с аквалангом, имеет какие-то навыки, он, например, приносит какую-то часть информации на поверхность. Поэтому любой турист, любой даже непрофессиональный исследователь, это все равно человек, который пришел, посмотрел, рассказал, и он принес эту информацию на поверхность оттуда, где кроме него, может быть, никто не был. Это первый момент. Второй момент. Мы своей работой стараемся делать подводные объекты доступнее при помощи 3D-моделирования в том виде, как они сейчас лежат на дне. И тем самым мы расширяем вот это поле знаний. Ну и есть же удачные примеры погружения. Вот в частности, я бы не назвал это пошловатым туризмом, в частности, в 2019 году, как раз когда мы нашли последнюю подводную лодку в территориальных водах Российской Федерации, президент погрузился на обитаемом подводном аппарате и лично осмотрел эту лодку, и значит, они принесли на вот туда, на грунт, на глубину 50 метров, они принесли мемориальную доску, и в присутствии президента эта мемориальная доска была установлена. Поэтому любой вид подводных исследований, подводных погружений, он, мне кажется, полезный. Понял вас. Константин, я вас очень прошу остаться на связи. У нас сейчас должны быть по плану новости, а после них мы с вами продолжим разговор. У нас будет еще много времени. Исследователь затонувших кораблей Константин Богданов. Сейчас прерываемся и вернемся. В Москве 14 часов и 34 минуты. Здесь Руслан Бустров и Александр Ельшевский. А у нас на связи исследователь затонувших кораблей Константин Богданов. Да, и снова возвращаемся. Я бы вот хотел задать вопрос, да, то, о чем вы говорите, эти исследования подводные, я так понимаю, что это называется рэгдайвинг, да, то есть, когда люди погружаются к неким техногенным затонувшим объектам, изучают их и прочее. И я так понимаю, что это по сравнению с обычным дайвингом, тоже, в общем, достаточно экстремальным занятием, да, это еще более экстремальное занятие, потому что нужно не только погрузиться на дно, и, я так понимаю, бывает и на достаточно большие глубины, но и плюс там есть некий техногенный объект, который нужно изучить, то есть нужно попасть внутрь, и это все требует особой подготовки. Ну, вы отчасти правы. Действительно, вот у нас, например, исследования проходят на глубинах, ну, где-то 100 с небольшим метров максимально. А так, средняя глубина – это где-то вот, ну, 60-70 метров рабочая глубина нашей команды. Действительно, такие погружения требуют отдельной подготовки. Особенно, если ты планируешь проникновение внутрь этого объекта. С другой стороны, мы можем видеть на Красном море, где вокруг того же там корабля «Теслигорм» плавают просто толпы людей, ну, как бы обычной подготовки,
скажем так, да, и без всякого ущерба для здоровья они осматривают этот корабль снаружи. То есть если ты не лезешь внутрь и не планируешь делать какую-то серьезную работу, неважно, это съемки, проникновение, там, еще что-то, может быть, картографирование объекта, да, то на небольших глубинах это, ну, такой достаточно безопасный вид туризма. Если ты планируешь исследование и серьезную работу, вот как у нас там, например, когда плывет один оператор, ему светят два осветителя, и это все должно быть синхронизировано без подводной связи, а только при помощи коротких голосовых сообщений в загубник, вот, тогда это действительно требует, ну, особой подготовки. А вот, собственно, цель погружения какая? Просто сфотографировать, заснять на видео, там, карту составить, или есть какие-то еще здесь моменты? Если говорить о нашей команде, то поскольку мы занимаемся поиском в рамках вот экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы», мы занимаемся поиском и 3D-моделированием кораблей и подводных лодок, то наша задача, во-первых, найти, во-вторых, спуститься вниз и глазами посмотреть, идентифицировать этот объект, найти какие-то его отличительные признаки для того, чтобы сказать, что это именно вот та или иная подводная лодка, это именно тот или иной корабль. После этого в дело идет съемочная команда, и мы при помощи видеосъемки делаем его 3D-модель. Просто если, так сказать, есть возможность, сайт poklonexpedition.com, там представлены все 3D-модели подводных лодок и кораблей, которые мы нашли вот за прошедшие 10 лет. И теперь уже, может быть, какие-то молодые люди, которые только начинают интересоваться подводными исследованиями, могут зайти и, не вставая из-за компьютера, я не знаю, проплыть вокруг подводной лодки, там, той же Ща-308, или вокруг парусного корабля «Лефорт», или вокруг какого-то корабля «Таллинского прорыва», и разглядеть все мельчайшие детали объекты, которые уже 80 лет там, или 100 лет находятся под водой. Да, вот как раз я сейчас открыл сайт, потрясающий материал. Мало того, что есть общая карта, где вы погружались и обнаружили корабли, так еще есть отдельные, значит, разделы по кораблям, можно прямо посмотреть в мельчайших подробностях, как они выглядят. Ну, да. дело в том, что вот 80 лет назад, там, в 1941-1942 году они погибли, и с тех пор, особенно у подводных лодок, да, она погрузилась и ушла на боевое задание и исчезла, да, у них, у родственников до сих пор, может быть, хранятся похоронки с координатами «пропал без вести». А все-таки, когда ты находишь этот объект в огромном море, вот эту маленькую точку, когда ты приносишь вот это вот видео, вот эти картинки, и говоришь родственникам, что вот ваш там дед, отец погиб, и у него, его могила находится вот в таких-то географических координатах, долгота и широта, это совершенно другая история семьи, это совершенно другое восприятие прошлого вот в каждой из этих семей, а мы очень часто находим родственников, передаем им эти координаты, передаем, может быть, грунт с места гибели вот этого экипажа, и это всегда очень эмоциональный такой момент. То есть это, с одной стороны, память, с другой стороны, это информация для сегодняшних вот, молодых людей о том, что подводные исследования, они нужны, они важны, и они ждут новых поколений исследователей. Видите, потому что, ну вот, может быть, кроме нас, эти там подводные лодки никто либо не нашел, либо не искал. Да, вот мы за 10 лет их нашли. Хорошо, но еще вот я там буду говорить сейчас про Балтийское море, про Черное море. Тысячи затонувших кораблей, которые еще ждут своего исследователя. Ну, вот у меня есть действительно много товарищей, которые занимаются поиском солдат, да, поисковики. Ну, вот я вот сейчас вот буквально смотрю на этом же сайте видео, да, с некоторых точек, и, ну, понимаю, что это намного более опасное, ну, по крайней мере, на вид так точно занятие, потому что там, а, очень темно, б, очень холодно, судя по всему, да, везде торчат вот эти техногенные какие-то объекты, то есть, ну, на самом деле можно зацепиться за все что угодно,
И, ну, это особенно на глубине там выше 40 метров, это представляет большую опасность, ведь там же даже, в общем, обычным воздухом, я так понимаю, уже дышать нельзя, нужны особые смеси, и наверх нужно всплывать там под определенным алгоритмом, то есть нельзя просто взять там и выплыть, в общем, так или иначе. В общем, профессионально все комментируете, на самом деле, да, мы дышим при помощи геля, но и команда формировалась, ну, вернее, не формировалась, команда работает 10 лет, поэтому, в принципе, для того, чтобы этим заниматься, ты просто должен поставить себе цель пройти несколько курсов, понять, что нужно делать и что не делать для того, чтобы остаться живым, и самое главное, захотеть этим заниматься. А возможностей сейчас огромное количество, вот мы, например, ну, вот, который год работаем там, при поддержке Русского географического общества, там, фонда президентских грантов, и сегодняшняя поддержка позволяет, если ты действительно хочешь заниматься исследованиями подводными, искать и делать красивые проекты, есть все возможности. Это я, собственно, такой небольшой посыл современной молодежи о том, что, ребята, посмотрите вокруг, как говорится, не боги горшки обжигают, и этим можно и нужно заниматься. А у меня вот тоже вопрос такой, немножко, может быть, более приземленный, про деньги. Да, вот вы сказали, что нужно пройти несколько курсов, да, я так понимаю, что, опять же, там нужно определенное оборудование, то есть туда просто так с первыми попавшимися баллонами, маской и ластами, и даже каким-то гидрокомбинезоном, в общем, не нырнешь. А сколько вот это все занимает времени, эта подготовка, да, и денег, ну, хотя бы там разброс сумм какой-то? Ну, конкретные суммы я сейчас не скажу, но подготовка занимает действительно несколько лет. Ты сначала должен научиться просто освоиться с аквалангом под водой, научиться дышать и понять, что тебе это нравится. Потом ты должен такими навыками запастись, чтобы иметь возможность еще и получить такую уверенность, чтобы иметь возможность еще что-то делать при этом. Не просто следить за оборудованием, следить за приборами, а еще там держать в руках камеру, видеть кадр, держать свет, видеть напарника. А потом ты просто увеличиваешь глубину и сложность своих погружений. Но действительно, это занимает несколько лет. Самый, наверное, яркий пример – это когда вот эконом Данилова монастыря, священник игумен Иннокентий, в 15-м году попал в нашу команду, посмотрел, как мы ныряем, сказал: ребят, я очень хочу с вами. И он очень интенсивно проходил это обучение, но все равно это у него заняло, ну, наверное, года два, прежде чем он полноценно пошел под воду уже с камерой, как подводный оператор. Такие, кстати, вот уникальные примеры в нашей практике тоже есть, и они вдохновляют многих на дальнейшее саморазвитие. Константин, вот, деньги, если говорить деньги, то да, вот поддержка экспедиционная есть, оборудование, но оборудование приобретается постепенно. И кстати, вот я всегда говорю, что и нырять учиться надо под задачи. Если у тебя лежит объект там на 50 метрах, научись нырять на 50. Если у тебя лежит объект на 70, научись нырять на 70. И оборудование приходит тоже в соответствии с задачами. А сколько за эти 10 лет вы обследовали затонувших кораблей? Ну, вот в Финском заливе, я бы так сказал, мы нашли сами или принимали участие в идентификации, наверное, 14 или 15 подводных лодок и кораблей, ну, наверное, больше трех десятков. Мы за прошедшие 2 года обнаружили места гибели только 15, наверное, кораблей Таллинского прорыва, на которых в общей сложности в августе 41 года погибло 12 тысяч человек. А вы, значит, погружаетесь каким-то образом, внутрь попадаете этих кораблей или только внешнюю сторону осматриваете? Ну, дело в том, что у Финского залива очень интересный состав воды. Залив идеально сохраняет дерево и крайне агрессивен к металлу. Поэтому, например, подводные лодки мы осматриваем только снаружи. А в большие транспортные суда Таллинского прорыва, типа там Калпакса, ну, есть возможность зайти в трюм, посмотреть, но только по необходимости. Опасно. Ну,
понимаете, в какие-то узкие помещения лезть какого-то большого смысла нет, и плюс состав металла такой, что в любой момент тебя может привалить. То есть твоя же задача прийти, сделать работу и вернуться живым, а не совершить подвиг и остаться там навсегда. Вот среди всех этих кораблей, может быть, был какой-то один запоминающийся, о котором хочется рассказать? Ну, на самом деле, вот каждая подводная лодка была запоминающаяся. Может быть, самое интересное – это подводная лодка Ща-320. Одна из самых интересных, поскольку, если вот посмотреть на модель на нашем сайте, у нее в корме торчит торпеда. На две трети. И это говорит о том, что вот в кормовом отсеке, видимо, остались живые люди, и они пытались, после того, как лодка подорвалась на мине, и они пытались эту торпеду вытолкнуть для того, чтобы выйти через торпедный аппарат, и у них не получилось, торпеду перекосило, и они там остались навсегда. Отдельно, наверное, вот в 21-м году, пока мы еще были въездными в зону Шенгена, у нас была большая экспедиция в Эстонии. Там транспорт «Балхаш», как раз один из самых крупных участников Таллинского прорыва, на котором погибло одновременно 3800 человек. Вот этот огромный пароход, он впечатлял тем, что там повсюду, вот буквально на каждом метре были видны вот эти вот следы трагедии, следы войны, которые на большой глубине, а глубина там порядка там, 80 с чем-то, 90 метров. Они на большой глубине очень явственно сохраняются. И вот, наверное, два таких объекта, ну и естественно, нельзя не сказать, что самый вообще вот яркий в нашей карьере объект — это линейный парусный корабль «Лефорт», который мы нашли в 2013 году. До сих пор идеально сохранившийся на дне Финского залива парусник трехмачтовый, который, он поражает воображение. И это первый объект, когда мы сделали полный 3D-музей на сайте lefortship.ru. Можно не просто отплыть вокруг него и посмотреть видео, но еще зайти на две палубы внутрь, как это сделали мы в свое время 10 лет назад. А есть какой-то вообще каталог вот этих вот реков, да, мест для погружения, возможно, разбитые по какой-то сложности, потому что, ну, понятно, что там на Красном море, где, в общем, любые туристы могут там на 10, не знаю, 15 метров погрузиться, это там одна сложность, действительно, там теплая вода, все прозрачно, хорошо, светло и прочее, а какое-нибудь Северное море, да еще и поглубже, где и света, в общем, никакого нет, а человек, по сути, сам с собой, с опасностью, да, вот с этой бездной остается, но это там немножечко другие расклады, другая сложность. Ну, я такого не знаю. Я знаю, что в странах Европы, вот с кем мы общались, там Финляндия, Эстония, у них есть каталоги реков по своим территориальным водам. У нас, я знаю, что вот наши товарищи компании «Фертоинг», морская инженерная компания «Фертоинг», они делают сейчас геоинформационную систему, куда пытаются и стремятся нанести и затонувшие объекты, и маяки по России, по территории России. Поэтому, может быть, со временем вот эта геосистема разовьется во что-то. А такая, чтобы была всемирная, я, честно говоря, не слышал. А что вообще вот людей толкает, да, потому что это действительно, ну, просто крайне опасное занятие. При всей подготовке, при всем прочем, да, море есть море, океан есть океан, и стихия есть стихия. Из-за чего вот вы, допустим, этим занимаетесь? Почему вы хотите и погружаетесь туда на вот эти там 60, 70, 80, не дай бог, метров, там 100? Ну, мы идем за конкретной целью. Вот конкретно разведывательно-водолазная команда, значит, вот все там люди, которые и идут под воду, и ждут нас на борту, помогают одеться, выйти из-под воды, да, все идут за конкретной целью. Найти, идентифицировать корабль и принести наверх, на поверхность, ныне живущим, какую-то информацию оттуда, из глубины,
о погибших людях, о какой-то морской катастрофе. Потому что у нас же не только вот попадаются объекты времен войны, бывают и более ранние эпохи. Мы тоже делаем съемку, мы их приносим эту информацию на поверхность для того, чтобы, ну, хоть как-то пополнить копилку сегодняшних знаний исторических. А если мы говорим о каком-то массовом дайвинге, то я могу вспомнить, вот как я начинал. Я начинал тоже в далекие времена, там лет 20 назад, абсолютно не имея никакой подготовки. Потом, когда начал интересоваться, мне один инструктор сказал, слушай, ну, это было в Крыму, один инструктор сказал, слушай, говорит, вот ты пойди поучись, потому что если есть несколько правил, которые нельзя нарушать. Если ты их не выполняешь, ты станешь либо инвалидом, либо погибнешь. Если ты их выполняешь, это не опаснее, чем переходить дорогу у вас в Москве на пешеходном переходе. И, в общем-то, так и получается. Любительский дайвинг, он активно развивается, и возможность там дышать под водой и находиться, и видеть все эти красоты, она ни с чем не сравнима, ну, по крайней мере, для меня. Да, это прекрасное расширение твоих возможностей вот, жизненных, да, и умений дышать под водой. А если ты уже начинаешь заниматься исследованиями, то у тебя есть конкретная цель, к которой ты идешь. Но, значит, сохраняя правила безопасности, чтобы обязательно вернуться на поверхность. А как вы определяете координаты, куда погружаться? Ну, для этого сейчас, для этого мы, во-первых, сотрудничаем много лет с историком Мирославом Морозовым, который, ну, уже, наверное, десятилетия посвятил работе в архивах. И, как правило, объект находится, то есть нельзя найти объект, например, только по донесениям советских архивов, там, каких-то постов наблюдений. Как правило, там подводная лодка или корабль находится только путем сопоставления данных, например, немецких архивов, каких-нибудь финских летчиков и советских донесений. Вот тогда определяется район поиска, район моря для поиска. После этого при помощи гидролокатора бокового обзора с корабля, еще никто не ныряет, все сидят на борту, но очень хотят нырнуть. Вот. После этого при помощи вот гидролокатора бокового обзора этот участок полностью закатывается. И когда ты в мониторе видишь, конечно, это вот особый такой момент, когда ты в мониторе видишь вот ровное дно, оно может быть у тебя полчаса, может быть час, может быть два часа, и потом появляется какой-то объект. А может быть несколько часов. Мы подводную лодку М-96 искали 3 года. Мы закатали больше 300 квадратных километров дна Финского залива. Представляете, вот это ребята у нас, вот, Леша Иванов вот часть команды с ним, они 2 недели просто смотрели на пустое морское дно. Вот. И вот, представляете, вот эти долгие поиски, осмотр дна, и потом появляется объект, это, конечно, ни с чем не сравнимая вообще эмоция. И, может быть, по силе ей сравнима только эмоции, когда ты уже идешь под воду и к этому объекту прикасаешься, и понимаешь, что да, это именно то, что ты искал. Попадаются ли вам гражданские какие-то корабли, суда, да, точнее их назвать, современные, более-менее новые нашего времени? Современные нет. Современные не попадаются, поскольку, ну, они все-таки и тонут, на мой взгляд, реже. А самое главное, примерно с понятными координатами. А вот найти то, что затонуло 80, 100 или 200 лет назад, это совершенно другая интересная история. Спасибо вам огромное, исследователь затонувших кораблей Константин Богданов. Заходите на сайт, обязательно poklonexpedition.com. Вообще очень удобный и очень классный современный сайт. Я прям даже очень удивлен, что такие бывают. Настолько удобный, продуманная навигация, столько всех интересных, столько интересных материалов. Ну, правда, не пожалеете. Что ж, спасибо всем за внимание, за этот эфир. Мы будем уходить уже на выходные, и всем советуем вот отдыхать, и надеемся, что через неделю, в следующую пятницу, вновь будем здесь в эфире в студии. Руслан Бустров, Александр Ельшевский.
До свидания. До свидания.